Comorex – это новая снайперская винтовка, добавленная с обновлением Юпитерианское соглашение. И она полезна для разнообразных боевых ситуаций. Еще, судя по размерам данного агрегата, вероятно, это крупнейшая снайперка из всех тех, что доводилось мне держать в руках. Но начнем сначала. Как получить это нечто? Первый способ, всегда самый быстрый, легкий и практичный, это магазин, купив за платину. Второй способ, вы можете скрафтить это оружие, правда придется немножко заготовить гексенона. Чертеж вы сможете добыть в энерголаборатории Дадзё, исследовать придется заранее. Теперь, каковы же особенности данной винтовки? Во-первых, у нее имеется встроенный мототор патронов, что поможет этой винтовке, так и хранить патронов много вы не сможете. Второе, это различные усиления имеются у винтовки в зависимости от кратности прицела. Обычная стрельба от бедра не предоставит никаких усилений, но увеличение прицела в два раза уменьшит отдачу и добавит пронзание на вылет. Увеличение же прицела до максимума увеличит урон в два раза, добавит эффект взрыва на 3 метра, добавит урон вирусам, но значительно уменьшит скорострельность. Правда, учитывая такие бафы, удивительно, что за все это придется платить скорострельностью. Выстрел же будет потреблять одинаково в разных режимах только один патрон. Далее, быстро пробегаясь по статам, в глаза бросается долгая перезарядка в 3 секунды. Уклон же имеется у этой пушки в статусность, в то время как критовый потенциал выражен в меньшем размере. Что же касается билда, то давайте посмотрим, какие же волшебные карточки я туда засунул. Зазубрина является стандартным выбором, тут удивляться нечего. Также добавляем кульчу мультивыстрела, а далее добавим комбинацию точечного удара и боеприпасов охотника для регулярных разрезов. Еще идем с комбинацией коррозии, так как у нас имеется встроенный вирус, и комбинации коррозии вируса будет достаточно для большинства врагов. И в конце пихаем любой гибридный мод для доведения статуса до 100% по моей личной прихоти. Получилось довольно недурно, такой снайперкой вполне себе можно пользоваться в ежедневной рутине. Честно говоря, обычно в варфе снайперки применяются только для неких очень конкретных целей по типу эдолоновой охоты, так как быстрый темп и узкие пространства не позволяют полностью раскрыть потенциал снайперок. Но Comorex можно использовать разными способами, будь то отстрел кучи мелких мобов или же вынос жирных целей. Потому винтовка явно не для топовой прокачки в ранг была введена, но это уже решать не мне, а вам. Поэтому пишите в комментариях, как вам эта винтовочка, получили ли вы ее и как у вас имеется первое ощущение от ее применения. Но у меня для вас пока что на этом все, потому всем всего, всем удачи и всем пока.